Сегодня у армян нет ничего. Ни боеспособной армии, ни Арцаха как такового, ни самой Армении, в которой хочется жить. Мы сами во всем виноваты, и сегодня сокрушаемся, как и почему такое с нами произошло. Как передает Ахарас, таким мнением поделился армянский политический обозреватель Тевас Аршакян. Весь армянский народ сегодня с завистью смотрит на Азербайджан и его действия. Да, азербайджанцы, засучив рукава, с энергией, которой можно только позавидовать, бросились осваивать Карабах. Уже и аэропорт Физули готов. Сегодня его открывают президенты Азербайджана и Турции. Чуть более года назад такое даже представить себе не мог ни один армянин. Настолько незыблемым казался нам статус-кво в Арцахе. И нам казалось, что так будет вечно. У армян в корне был неверный подход. Прежде всего, армяне должны сами у себя спросить: а что мы сделали ради процветания и сохранения Арцаха? Мы за 30 лет даже не смогли построить там нормальные дороги. Ничего за эти годы сделано не было, все разворовывалось. Сначала воровала шайка Кочеряна, потом Гукасяна и Саакяна, и довершил это дело Арутюнян. Армении было плевать на то, что в Карабахе была нищета, что население, ранее насчитывавшее около 150 тысяч человек, к сентябрю 2020 года сократилось до минимума. Люди просто уезжали из Арцаха в поисках заработка и лучшей жизни. Кто в Армению, кто в Россию или на Запад. Мы, армяне, потеряли Арцах еще до войны, потому что нам не нужен был Карабах. А сейчас мы кусаем локти и с завистью смотрим на то, что делают там азербайджанцы. Но кусать локти мы будем еще очень долго, потому что мы все проиграли. Отметил армянский эксперт. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.